Израиль лишает палестинцев на западном берегу Иордана питьевой воды. В этом убеждены эксперты негосударственной организации «Международная амнистия». Они считают, что израильтяне на 80% используют водоносные слои берегов Иордана, оставляя живущим там палестинцам катастрофически мало питьевой воды. Кроме того, израильские военные иногда даже не позволяют местным жителям собирать дождевую воду. Недостаток воды влияет на повседневную жизнь людей. Они вынуждены покупать очень дорогую воду, которую привозят на грузовиках. В некоторых регионах Семьи тратят треть своего заработка на воду, что, конечно, очень много. По данным международной амнистии, больше 200 тысяч палестинцев на западном берегу Иордана сегодня не имеют доступа к источникам воды. Эксперты уверены, пока в регионе не изменится ситуация с питьевой водой, разрешение арабо-израильского конфликта не может быть и речи.